Путевку в будущее получил девятиклассник Алданского лицея Вадим Шаматайлов. Физику школьник изучает досконально. Очередную научную работу Вадим защитил весной на Всероссийской научно-практической конференции. Его труд произвел впечатление на ученых не только из России, но и Америки. Продолжить образование после школы мальчика пригласили в университет штата Аризона. Подробности далее. Летние каникулы ученик 9 класса Алданского лицея Вадим Шаматайлов проведет в Гаграх. Отдых пройдет не только в прогулках под пальмами и на побережье. Вадим будет посещать семинары и лекции в Академии юных. Приглашение в школу гениев Вадим получил вместе с международным дипломом лауреата штата Аризона несколько недель назад, защитившись на научно-практической конференции в Москве. Уменьшение отложений в проводе с помощью ультразвука и СВЧ. Так звучала тема изысканий. У нас в Якутии это тема очень актуальна, поэтому я именно ей занялся. К изучению проблемы отложений в проводе Вадим под руководством учительницы физики Алены Фалиной приступил в сентябре. За несколько месяцев были поставлены десятки экспериментов. Прочитано огромное количество книг и научных статей. Достаточно много. Тут не только книг, но в основном научно-техническая литература, новости, это всевозможные технические, это, как правило, и патенты технические, сравнивали, искали. На защите Вадим не волновался. Опыт выступления перед серьезной аудиторией у него немалый. Научной работой мальчик занимается с 5 класса. В собственных открытиях и выводах он уверен. Работа Вадима произвела впечатление не только на ученых России, но и Америки. В университете штата Аризоны мальчика ждут после окончания школы. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан.